Дорогие друзья, добрый вечер. Извините за невольную задержку. Надеюсь, что она вас не очень утомила. И сегодня я предлагаю, по возможности, конечно, отойти от привычного восприятия жизни, обыденности, погрузиться немножко в те наши отдаленные уголки внутреннего пространства, где мы бываем очень редко. Для этого я предлагаю сначала послушать. С нашей помощью, надеюсь, очистить окружающее пространство разными звуками. Вы тоже можете вилочкой потихонечку постукивать, знаете, как китайский китайские философии, да, нужно чуть-чуть так вот, сказать местным духом, что, дескать, сегодня не ваш день.
знаю, кто как. Когда я был маленьким, все вокруг меня хотели быть или космонавтами, ну или, в крайнем случае, летчиками, военными. А я хотел быть таксистом. Я даже не знаю, почему. Вот таксистом, наверное, мое детство, такси, вот это вот магия зеленого огонька, особенно вечером. И когда ты спрашиваешь у таксиста, поедете там на Ганку, а он еще думает, пожалуй, сегодня нет. И в этом есть только такой вальяжности профессиональной. Мне вот хотелось тоже так, кто-нибудь подбежит, скажет, а доедете? А я бы сказал, доеду, доеду, батюшка, садись, чего ж, приятно, приятно. Да. Но впоследствии время шло, я менял свое настроение, свои мечты. И вы знаете, ну как вам сказать, у каждого есть какие-то свои ориентиры юности. Кто-то читал книжку «Граф Монте-Кристо» или там «Три мушкетера», или кто-то, может быть, «Целину и возрождение», неважно. Но во всяком случае, есть какие-то ориентиры в юности, к которым стремишься. Не всегда наша жизнь складывается так, что мы достигаем ожидаемого эффекта в своей судьбе. И вот следующая композиция, она, вот, наверное, так вот, да, романтическая такая пьеса о наших настроениях, когда нам кажется, что где-то там, за окошком цокает копытца рассената. В общем, о мечтах юности, которые у некоторых сбываются, а у некоторых еще наверняка сбудутся. В поход. Thank you.
Собрать очень красивый. И мы зашли в Дмитриевский собор. Нет, не Дмитриевский, Успенский собор, да, Успенский. И я сказал Патрику, ну вот тут такое место историческое, удивительное совершенно. Имеет смысл, ну, как-то поставить свечки, что-то. И он действительно, знаете, там где бабушка, все прочее. И он говорит, дайте мне 5 больших ногтей. Я говорю, 5 больших свечей дали. Я говорю, пожалуйста, 5 больших, ну, конечно, восковые, прекрасные. И пошел. И он пошел искать огонек в церкви. Огонька нет нигде. Ни перед иконами, ни в каких-то местах, как это называется, когда лампадки. Ничего нет. И вот так он ходит минут 20-30, говорит, какая странная, вот у вас какой-то странный обычай. Что, нужно просто как-то вот ходить со свечами, что размахивать руками. Да нет, ну странно действительно. Так первый раз такой. И возвращаемся, спрашиваем, а как же нам быть-то? Говорит, вы знаете, у нас вот сейчас вот нельзя огнем пользоваться. Вы свечки так хорошо, что купили, вы их положите, а мы как-нибудь потом зажгем. И напишите, на кого там ходить. Вот в стороночку положите, стопайте себе спокойно. Удивительный случай. Вот об одном из таких курьезов написана следующая пьеса. Называется «Лайк». И повествует о необычном времяпрепровождении.
рисовкам. Следующая пьеса, ну вы знаете, наверное, в каждой пьесе заложен какой-то свой, наверное, какой-то литературный или какой-то изобразительный кусочек наблюдения. Вот, например, сейчас вы услышите пьесу, где, может быть, какая-то укромная беседка на самом берегу какой-то речушки, может быть, проплывает пароход с лектором или какая-то экскурсия, а в этой беседке может быть и влюбленная парочка, и какой-то человек с газетой, и разные события, но а беседка остается одна. Какие-то разные стили. Импрессионизм, не импрессионизм, ну не понятно, ну что. Ну, я даже не знаю. Но вот сейчас, например, звучит пьеса, она, конечно же, о любви, о встрече, случайной встрече мужчин и женщин, когда я понимаю, что это именно тот человек, именно та женщина. И какой это стиль? Это, наверное, я не знаю, но сейчас в данном случае вы слышите очень такое полифоничное произведение, то есть много разных голосов, все это пересекается, и более того, я даже буду дирижировать, потому что все это собрать в один очень сложно. Уж не обращайте внимания, я как кучер к королю вынужден тоже к вам повернуться спиной. Извините. Встреча.
Следующую пьесу я написал в далеком жарком Египте. Плавал в море, и у меня такие были тапочки, слава богу. Знаете, там от кораллов, когда надевают резиновые тапочки. Я так вот плавал себе спокойно, была зима, по-моему, середина января. Да. И вдруг я чувствую, что ток кусает меня за ногу. И действительно, на меня стала охотиться рыбка. Она, может быть, не очень большая, с таким ртом зубастым, и нападает. Мне стало неловко, во-первых, потому что я нахожусь в другой стране, не знаю, что с ней делать, как-то вот если ударить или что-то, скандал. Вот. Она кусает, уже разорвала эту резину. Ну, сейчас она укусит меня за палец, а я нахожусь далеко от дома, как мне плыть с кровавой, может, такая с кровавым этим укусом. Тут же наверняка пойдут какие-то акулы или японцы с фотографией, Вот. И поэтому, конечно, мне было не по себе, когда я вышел, нет, скорее бы в Россию, скорее бы. И вот я написал такую пьесу, которая посвящается средней полосе нашей Родины. Музыки вместе с продуктами, как вспоминала ребенка 14. Красота. Следующая пьеса о художниках, непростом пути человека в искусстве.
Кто хорошо знаком с творчеством Шумана, в этой пьесе, конечно же, сразу же никакого стыда не обнаружит. Его здесь действительно нет. Пьеса очень личный характер. Thank you.
Следующая пьеса. Просто, наверное, о женщине, которая живет, подчиняясь своим инстинктам. И нам остается только принимать, удивляться и радоваться, что есть такое удивительное явление, как ее величество женщина. Thank you.
Наталья Львовна Ловать. Ну, мы сегодня с вами совершаем культурное путешествие, и, конечно же, без классиков мы не можем. И наш поклон и глубокое уважение замечательному, гениальнейшему композитору Петру Ильичу Чайковскому. Ну, а следующая пьеса называется «Чайковский навсегда». Знаете, ну что,
бывает, что-то всегда заканчивается, что-то наверняка будет потом как-то. Вот. Но, конечно, безумная благодарность этим стенам, этому замечательному клубу, который взрастил и дал возможность использовать огромное количество наших замечательных музыкантов. И, ну да, что-то, по-моему, все иногда заканчивается. И вот наш концерт тоже плавно подошел к концу, и мы хотим поблагодарить Райка, который, в общем-то, благодаря ему многие музыканты в этом клубе открыли для себя возможность экспериментировать, не бояться никаких шаблонов, стандартов, играть, радоваться и радовать. И огромное спасибо, конечно, Райку, спасибо всем вам, кто пришел сегодня. И вот как благодарность наша пьеса «Величайная». Thank you.
удовольствием представляю участников сегодняшнего концерта. Виолончель, вокал, Дарья Львовна Лавать. Браво, 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 браво! Аккордеон, Алексей Валерьевич Соколов. Гитара Сергей Сергеевич Урюпин. Супер! Труба Михаил Юрьевич Басов. И я хочу обратить ваше внимание, наверное, не все заметили, что сегодня концерт в середине концерта порвалась струна у контрабаса. И вы этого даже не заметили многие. Это не специальный эффект, не Паганини, тем не менее, удивительно. Контрабас. Денис Анатольевич Шушков. Ударные инструменты. Дмитрий Евгеньевич Сланский. Владимир Голоухов, я здесь, думаю, не нужно лишних слов. Сегодня мы подарили ему телескоп! Браво! Ребята, на пасашо.